Здравствуйте. Зачастую у нас остается много замечательных вещей, вот таких вот, допустим, как у меня. Рука не поднимается выбросить ее, эту блузочку, потому что она из отличного материала, вискоза 100%, очень яркая расцветка. Я решила сделать детское платьишко. Ну, итак, давайте приступим.
Смотрите, какое замечательное платьишко у нас получилось. Думаю, что моей внучке оно очень понравится. Сейчас я его еще отглажу, чтобы оно легло все на место, все приутюжу все шовчики. И завтра будет примерка.